Привет, вы на канале Твой Арт. Сегодня мы вместе с вами будем делать вот такой разноцветный кубик. Для того, чтобы сделать там такой разноцветный кубик, нам понадобится 6 листочков бумаги квадратного размера, карандаш и линейка. Берем бумагу размером 14 на 14 у меня. Соответственно, грани моего кубика размером 7 на 7 получились. То есть, если мы берем бумагу какого-то размера, то кубик у нас будет размером в 2 раза меньше. На этой бумаги мы отмечаем с одной стороны середину нашей бумаги. У нас середина это 7 сантиметров. Мы отмечаем карандашом. Теперь к этой середине мы с одной и с другой стороны прикладываем внешние края. Берем, заворачиваем с одной стороны к середине, выравнивая по внешнему краю. Выравнивая по этой стороне, чтобы у нас ровно приклалось. И с другой стороны мы тоже сворачиваем в середину внешний край наш, выравнивая тоже по этой середине. Вот таким образом у нас получилась такая заготовка. Теперь на этой заготовке мы опять на той стороне, где мы сгинали наш листочек, ищем серединку. Отмечаем карандашом 7 сантиметров. Вот так. Теперь так же само загинаем с наших узких краев с одной стороны к середине и с другой стороны к середине. Вот такая у нас получается такая заготовка. Эта заготовка это и есть одна сторона нашего кубика. Соответственно, со всеми остальными нашими листочками бумаги мы проделаем точно такую же операцию. Поехали! Такие 6 заготовочек разного цвета у нас получились. Теперь давайте с этих заготовочек складем вот такой красивый кубик. Что нам надо для этого сделать? Берем одну заготовочку, ставим ее как основу. К этой заготовке прикладываем мы еще 2 заготовки. Вот так вот мы их ложим, потом мы их поднимем. Потом еще берем еще 2 заготовочки. И эти заготовки мы прикладываем по бокам. Вот так вот. С одной и с другой стороны. Теперь мы поднимаем наши крайние заготовки, которые мы положили с одной и с другой стороны. Вот так вот. Теперь нам осталось только сверху накрыть наш кубик еще одной заготовкой. Как мы это делаем? Мы между этой стороной и серединой, и также между этой стороной и серединой засовываем наши бока. Давайте с одной стороны. Так чуть-чуть он может разлететься, ничего страшного. И с другой стороны. Наш кубик в серединку. Вот так. Легко и просто мы с вами получили красивый разноцветный кубик. Таких кубиков можно сделать очень много и играться с ними в разные игры. Делайте поделки вместе с нами, с каналом Твой Арт. Подписывайтесь на мой канал и радуйте своих близких. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.